Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы начинаем играть в игру, которая называется «Драконы. Всадники Олуха». Это Олух. Олух — наш дом. Дом викингов и драконов. А главное, это место, где царит мир и дружба между теми и другими. Мы с Беззубиком обожаем исследовать острова вокруг Олуха в поисках драконьих яиц. И что? Кликнуть надо. Чем сильнее становится Беззубик, тем дальше он может летать. Давайте покормим его рыбой. С удовольствием. Беззубик, уже 4-й уровень получил, а почему так быстро? Ого, приятель, похоже, ты готов лететь на лавовый остров. Поищем ужасное чудовище. Книга драконов, наш основной источник знаний о новых драконах. Давайте взглянем на ужасное чудовище в книге драконов. Ага, так, поиск. Коснитесь кнопки поиск, чтобы открыть ее и посмотреть, какие места мы сможем вместе исследовать. Одна минута, ужасное чудовище. Ну-ка, ого. Так, информация на максимальном уровне. Рыба, древесина, железо. Упрямый и настырный дракон из класса кочегаров. Осторожность, его огненным покровом при нападении тела дракона охватывает пламя. Кочегар, поиск одна минута, ребята. Так, лавовый остров, лавовые камни, лавовые лужи, даже водопады из лавы. Похоже, этот остров охвачен огнем, как и его драконы. Но ужасным чудовищам нравится это жаркое место, а здесь они чувствуют себя как дома. Так, мне говорят, вот это, да, надо? Возможная награда. Ну, давай. Давай ускорим путешествие, с удовольствием, ребят. Что ж, вот мы и вернулись. Нам удалось найти кое-что ценное. Откройте седельные сумки. Давай откроем. Что у нас тут? Рыба. А тут, не знаю, ребят, какие-то сферы. Ух ты, а это яйцо, так ведь? Вывести. Угу. Все драконьи яйца помещаются в инкубатор. Давайте ускорим время выведения детенышей. Хе-хе-хе, давай. Так, друзья мои, коснитесь, чтобы вывести. Ё-моё, вот так вот он выглядит, этот миленький дракончик. Ужасный чудовище. Разместить. Моему отцу не нравится, когда драконы спят на наших крышах. А мой отец стоик, вождь Олуха. Так что к нему нужно прислушиваться. Давайте построим драконий насест. Конечно, давай. Ох, вот он, покормить. Покормить, конечно же, еще. А, вот, ребята, уровень у него растет. Ох, ничего себе, он вырос как. Обучить. А куда он полетел-то? Обучаться, что ли, полетел? Сам по себе. Я люблю дрессировать драконов, но у нас еще полно дел. Так что давай ускорим обучение. Ну, давай. Че, он уже вернулся, что ли? Так, новая способность, друзья мои, какая-то у него. Благодаря обучению этот дракон теперь умеет добывать рыбу. Давайте отправим его помогать викингам ловить рыбу. Слушай, ну это прикольно. Вот такой вот, ребята, дракон, который будет нам помогать ловить рыбу. Оу, он, оказывается, может... Слушай, он, интересно, он любитель жарких климатов, да? Лавы, огня, а тут, понимаешь ли, он в воду спокойно залетает. Видите, дракон будет добывать рыбу, если перед ним поставить такую задачу. Вы можете забрать рыбу в любое время. Мы храним рыбу в лохане для рыбы. Взгляните. Пока лохань для рыбы не слишком вместительная, но мы сможем улучшить ее, когда Олух станет больше викингов. Вам не кажется, будто земля дрожит? Похоже, это мой отец. Викинг, нужно восстановить дома в деревне после вчерашнего происшествия с драконами. А чертежи домов сохранились в зале совета, отец? Разумеется, зал совета — сердце нашей деревни. Он прочный и непоколебимый, прямо как мы, викинги. Коснитесь кнопки плюсика в левом верхнем углу экрана, чтобы разместить на нашем замечательном острове больше домов викингов. Окей. Так, чтобы построить крепкие дома викингов, потребуется древесина. Собирайте ее почаще. Но у нас пока есть, я смотрю, да, вроде бы можем разместить. Куда-сюда вот именно, да? Окей. А пока ты еще не ушел, хочу назначить тебя ответственным за улучшение зала совета. Это большая честь и твой долг, как будущего вождя Олуха. Угу, улучшить.
Что-то мне не хочется долго ждать, пока завершится улучшение зала совета. Может, ускорим строительство? Я только за. Я только за. Зал совета, ребята, второй уровень. Что-то у нас с тобой новенькое появилось. Доступно новое сооружение викингов. Жизнь на Олхе изменилась к лучшему с тех пор, как здесь поселились драконы. Конечно, мы еще привыкаем друг к другу, но нас ждет светлое будущее. Спасибо за помощь в восстановлении Олуха. Теперь у вас есть доступ к загадочному набору. Да? Спасибо. И что же это за набор? Можно посмотреть. Бесплатно. Ну-ка, все. Открываем, ребята. 420 рыбы. Вот это что такое? Это монеты? Ну, будем называть это местной валютой. И 540 древесины. Так, это очень интересно. Строить дома и обучать драконов в академии, конечно, интересно, но пора бы отправиться в новое путешествие. Безумик далеко не улетит на пустой желудок, Икинг. Дай ему немного рыбы, и он долетит аж до твердокаменных утесов. Давай покормим Безубика, ему нужно расти. Так, повысить уровень Безубика до 5 и поищите Громеля на твердокаменных утесах. Ну, давай начнем и то, и то. Так, покормить. Беззубик, кушай. Кушай рыбу. Еще, да? Опа, до 5 уровня, да? Есть контакт, друзья мои. Открыто новое путешествие. Теперь можно найти Громеля. Вот оно как. Поиск займет всего лишь 2 минутки. Такой прикольный динозаврик, яйцо такое у него. Значит так, ребята, это дракон из класса камнеедов. Не может похвастаться высокой скоростью, зато может летать как колибри. Огромная упрямая колибри, плюющаяся раскаленной лавой. Оу, класс дракона каменная глыма. Стая, почетный караул Борка. 2 минутки. Ребят, могу бесплатно сделать. Этот остров почти полностью состоит из твердых и прочных камней. Эти камни такие же крепкие, как череп Громеля. Бесплатно, конечно же, ребята. А мы готовы исследовать новый остров. Возможно, нам даже удастся найти драконье яйцо. Так, я больше чем уверен, что нам удастся найти. Икинг опять отправился в путешествие. Думаете, ему удастся отыскать драконье яйцо? Я вернусь с целыми 2 яйцами, обещаю. Что бы он там ни нашел, надеюсь, это будет Громель. Это будет Громель, уж поверь мне. Так, бабулечка здесь, и это, что такое, бесплатно. Так, мы уже вернулись. А что бабуля хочет, а? О, привет, Готи, чем тебе могу помочь? Готи замечательная предсказательница, Икинг, но у нее странные способы общения. Хорошо, что я всегда понимаю, чего она хочет. Она хочет, чтобы ты срубил парочку деревьев. Срубить 8 деревьев. Пш, проще пареной репы. А как их рубить? А? Как удалить? Нет, подожди, кто-то... А кто-то же должен их рубить. Слушай, может быть, это будет делать Громель? Давай начали сумку с тобой откроем. Вот оно, друзья мои, яйцо. Так, вывести, конечно же, вывести. Желательно побыстрее. Ну-ка. Ой, какой... Какой он маленький. Разместить вот здесь, да? Или подожди, или мы можем... А, секундочку. Нам мешает вот эта вот ерунда. Как... Блин. А как это вот зачистить все, а? Ну, ладно, пускай пока это вот, вот здесь вот постоит, да? Принимаем. Так. Громель, я думаю, что ты хочешь покушать. Давай его прокачаем немножечко, да? О, смотри-ка, он уже... Так, я его могу обучить. 131 дерево требуется для обучения. Пускай летит. Пускай летит. Так, а что ты у нас тут стоишь? Покормить. У меня рыбы-то сколько? Где? Рыбы пока хватает, друзья мои. Я могу еще покормить его. Ух ты, 6 уровня он у меня. 6. Так, что ты-то хочешь? Стой, эти драконы неуправляемые. Они только едят нашу рыбу и ничего не делают. А у меня, между прочим, уже не хватает рыбы, чтобы удобрять капусту. Это неправда, огнелец. Если тебе нужно удобрение, попробуй пополивать свою капусту чушью, которую ты тут несешь. Икинг, довольно. Гнилец, тебе нужна рыба? Мы об этом позаботимся.
И пусть этот дракон не торопится возвращаться, ему здесь нечего делать, пока он не выполнит свою работу. Так, поручите ужасному чудовищу добывать рыбу в течение 15 секунд. То есть вот этому парню я должен задать работу. Так, как бы нам это сделать? Вот рыба, да? 15 секунд. Так, здесь-то у нас что такое? Понятно, это как заработать бесплатные коинты. Так, подожди. Пускай 15 секунд добывает рыбу, да? А как определить, сколько времени, а, друзья мои? Смотри-ка, тут задание Олуха. Легендарные схватки. Сколько драконов? 3564, вы серьезно, что ли? А у меня только 3. Это беззубик, вот этот, камнеед. Да ну нафиг, 564 смеет, что ли, такого быть не может. Так, короче, этот летает, ребята, добывает, я так понимаю, нам рыбу. А этот уже все, друзья мои, новая способность. И какая же у тебя способность, а? Родной мой. Как бы... А, вот, ребята, он может... Да, ребята, он может собирать древесину. Хи-хи-хи. То есть будет помогать нашим викингам в этом нелегком деле. Как он это будет делать? Высматривает, начать древесинку. Ну, он типа ее собрал, да? Скажем так. Отлично, так, что бабуля там? Срубите 8 деревьев. Начать. Одного не могу понять, как срубить? Удалить? Так что ли? Ну-ка, засчитывается? Да, ребята, это засчитывается. Значит так, мы с тобой выделяем дерево. И все это, ребята, замешано на рыбе, ты понимаешь? То есть все через рыбу. Рыба это наша, ну, так сказать, основная единица энергии, да? Я так понимаю. Так, 8, значит, нужно, да? Сколько мы там уже с тобой? 3, еще 5 нужно. Ну, каждый дракон занимается своим делом, и это очень классно. А я могу сразу... Нет, я не могу. Не могу сразу там 5-6 деревьев рубить. Нужно вот именно по одному. Ладно, меня это, как говорится, не напрягает. Давай делать. Ну, слушай, ну тут такая довольно... А вот это кто такие? Это, видимо, друзья наши, да? Они как-то обособленно там живут. Деревцы. А сколько рыбы? Ох, тут слишком много рыбы. Что мне с ней делать? Парень, тут тебе не хватало, тут теперь слишком много рыбы. Прости, отец, мне не стоило грубить гнильцу. Просто не переживай, сын. Умение ладить с непростыми людьми — одна из обязанностей вождя. А уж такого зануду, как гнилец, еще поискать. Согласен, согласен с тобой. Так, значит, мы с тобой древесинки здесь соберем. Ага. Рыбы достаточно, древесины достаточно. Так, бабуль, ты как там? А, тебе еще нужно, да? Ладно, хорошо, сейчас мы сделаем с тобой это дело. А что ты сидишь, прохлаждаешься? Иди давай. Иди работай, добывай древесину. Расслабился он. Так, забираем с тобой. Эй, плевака. Готи расстроена, что случилось? Похоже, ты оплошал, Икинг. Ей нравились те деревья, которые ты срубил. Ничего, когда-нибудь ты научишься понимать ее так же хорошо, как и я. Правда, Готи? Ну, Готи расстроилась, елки-палки. Я же не специальная бабуль. Так, что у нас тут? Батька что-то хочет. Привака, нам нужно больше домов для викингов в деревне. Где нам их построить? Не переживай, Стоик, я знаю хорошее местечко. Олух ждет светлое будущее. Мы превратим его в Вальгаллу на земле. Постройте на Олухе лачуги викингов, 3 штуки. Так, лачуги викингов, да, значит? Ага. Постройте. Вот, давай, вот сюда вот. Ага, не могу, да? Не могу я с краешку поставить. Ну хорошо, давай тогда здесь поставим с тобой. Ускорить бесплатно? Бесплатно. Давай. Так, дровница уровня 2. Улучшить, чтобы хранить больше древесины. И лохань для рыбы уровня 2. Угу. Чтобы мы могли с тобой больше рыбешек там держать. Так, подожди, мне нужно еще построить домик. Нет, на этом еще далеко не конец. Так, ускорить, ускорить. Давай, опа. Не знаю, как у него получается, но плевака большой молодец. Только ему не говорите, что я это сказал. Да, конечно, не скажем. Плевака, как тебе удалось так быстро построить новые дома для викингов?
Все дело в правильных инструментах. Молоток, топор, пила и грамотное планирование. Вот видишь, какой скромняга, плевака. Так, ну главное, что у нас с тобой древесина добывается, да, этот рыбешку ловит. Мы, кстати, можем с тобой сделать еще одно путешествие. А можем улучшить, а что? А-а-а, это для рыбы. Улучшим, конечно же, 150 древесинки, да? Окей, а здесь сколько? А здесь сколько? 150 рыбы, да? Делаем. Так, что нам с тобой дальше бы замутить? Пойдем-ка мы, наверное, с тобой А, подожди, у нас есть задание. У нас есть с тобой новые задания. А, вот, плевак, что там хочет опять? Молотора, плевака, откуда здесь вся эта древесина? Нельзя, чтобы вот она так вот валялась. Пройти невозможно. Похоже, большому вождю не хватает его неспешных прогулок по деревне. Драконы, они же как армия из тысячи лесорубов. Я обо всем позабочусь. Пора расширить дровницу. Я не подведу стойка. Конечно, не подведешь. Потому что я уже этим занялся. Так, а что у нас хочет принцесса? Рыбий ног. Что у Громели получается лучше всего? Это вопрос с подвохом. Быть очаровательным, конечно. А еще добывать древесину на лесопилке. Рыбий ног бы целый день играл с громелями, если бы мог, но драконам нужно работать. Поселите на олухе громели. Это я сделал так, получить громели, добывать древесину в течение 1 минуты. А я его отправил уже, да? Только посмотрите на этого малыша громели. Конечно же, он у меня молодец. Рыбий ног, ты прав, громели умеют усердно трудиться. И выглядят при этом очень очаровательно. Естественно, друзья мои. Так, Громелька, наверное, хочет перекусить. Я думаю, он заслужил. Громелька, на. Покушай маленечко. Пока рыбка есть, я могу тебя спокойненько кормить. Так, а теперь, если ты не против, давай еще немножко древесинки подобываем. Так, что у нас там с рыбкой? Неплохо, неплохо, ребята. Но не забывайте, что у нас с тобой ограниченный склад. Да, ограниченный склад. Поэтому ее нужно как бы вовремя тратить. Эту рыбу по возможности. Так, что дальше? А дальше мы с тобой, наверное... Подожди-ка, еще есть одно задание у нас. Ты-то как там? А я что, не улучшил разве ее? А, вот, сейчас, ребята, последние секундочки идут приготовления нашего. И тут вон какие-то два брата викинга. Ведрон, Шалак, что вы тут забыли? Мы просто зашли тебя поблагодарить, гонелец. Ты попросил стойка отправить драконов помогать нам с ловлей рыбы. Теперь нам не приходится вкалывать, как раньше. И все это благодаря тебе. Что? Я к этому не причастен. Теперь, когда нам помогают драконы, мы с радостью идем на работу. Так, поручите драконам добыть 200 единиц рыбы. Слушай, они уже, по-моему, добыли столько. Да? Ну ладно, иди добывай 200 единиц рыбы. Ну, почему бы и нет? Так, что мы здесь? Ага, вот, ребята, улучшили. Славно, теперь на улицах будет чистота и порядок. Что ж, старина, новая дровница решит нашу проблему. Хорошая работа. Ладно тебе, Стоек, не утруждай себе похвалами. Теперь у нас достаточно места для древесины. Так что драконам пора приступать к работе. Так они и так у меня уже трудятся, не покладая своих маленьких крылышков. Так, что у нас хочет папка опять? Научить драконов добывать рыбу было отличной идеей, сын. Но теперь у нас этой рыбы по самые бороды. Не переживай, отец. Я поговорю с плевакой. Новая лохань для рыбы получилась на загляденье. Теперь осталось только отмыться. Улучшите лохань для рыбы до уровня 2, чтобы хранить больше рыбы. Это я сделал. Отличная работа, сын. Ты молодец. Однажды ты станешь великим вождем. Ага, спасибо, пап. Жду не дождусь. Это он сейчас с усмешкой сказал или на полном серьезе? Наверное, на полном серьезе. Плевака, а как называется остров, расположенный рядом с твердокаменными утесами? Ты, видимо, имеешь в виду острова Мясоголовых? Смотри, не подверни ногу. Там гнездятся жуткие жути. Если честно, звучит здорово. Вперед, приятель, пора исследовать новый остров. Так, повысите уровень беззубика до 6 и поищите жуткую жуть на островах Мясоголовых. Так, 6 уровня, да? Беззубик, беззубик. Хватит, подожди. И если ты зарабатываешь на жизнь рыбалкой,
то как худший день на рыбалке может быть лучше, чем лучший день на работе? Так, мы с вами сделали, забираем награды. Знаешь, что мы выяснили о драконах, гнилец? Думаешь, мне интересно? Ну да. В общем, мы поняли, что драконы замечательные спутники. А еще, они не любят селедку. И это отличная новость, так как викинги ее обожают. Эх, мелкие пройдохи. Так, слушай, Беззубик, как тебе... Ага, шестой уровень, покормим. Обязательно покормим. Да, ребята, получилось... Оооо, открыто новое путешествие. Теперь можно найти жуткая жуть. Конечно же, отправляемся на поиски. 3 минутки это все займет дело. В 2 раза меньше, но в столько же раз непредсказуемее. Чрезвычайное любопытство этого маленького дракона из класса кочегаров может закончиться печально. И не только для него, но и для вас. Так, кочегар, почетный караул Борка. Стая, да? Поплыли. Точнее, полетели. Слушай, у нас с тобой же есть вот эти вот жетоны, да? О, конечно есть, давай вот так вот сделаем. Бесплатное ускорение. И что? А, сумка же, елки-палки, сумка-то вот она. Открываем, ребята. Древесина, рыба и жетоны. Никаких драконов, только пустые гнезда. Даже скорлупы от яиц нет. Странно. Плевака, на соседних островах обычно ведь полно драконьих яиц. Конечно, ты практически ходишь по скорлупе и молочным зубам драконов. Что-то во время путешествия мне не так уж много попадалось этих драконов. Интересно, куда они подевались? Интересно, интересно. Так... Значит, Икинг, ты отправил всех этих новых драконов на работу, да? Ага, плевака, они учатся нам помогать. Конечно, конечно, только пока они делают все не очень-то складно. Тебе нужно обучать их лучше. Ты хорошо справился с обучением этих драконов, и я бы протянул тебе руку помощи. Да, она у меня всего лишь одна. Плевака, как здорово. Ты видел, сколько рыбы теперь могут добывать драконы? Ага, малец, славная работа. Осталось только к лотку их приучить. Осторожнее, не наступи. К лотку. Ты понял, да? Чтобы не гадили, где не попадя. Так, что опять папаня хочет? Так, подожди, у нас тут, по-моему, ребята... Оу, заполнено. Нужно срочно что-то построить. Я думаю, никто не будет, если я... Так. А это все закрыто. Слушай, а куда же мы можем с тобой... Вот здесь, по-моему, да, улучшать? Улучшить, да. Давай его ускорить. Да, я, пожалуй, потрачу. Ничего страшного там не будет. Зал совета, 3 уровень. Так, что там с тобой новенькое, ребята, тут выучили. Так, обмен есть какой-то и задание плеваки. Так, выполняйте задание на Олхе и получайте награды. Собирайте предметы и меняйте их на эксклюзивных драконов. Ого. Так, задание Олуха. Обмен. Собирайте особые предметы и обменивайте их на ресурсы и невероятных драконов. Предметы для обмена можно найти в путешествиях, приключениях и много где еще. Также их можно купить у меня. Коснитесь предмета для обмена, и я покажу, где его можно найти. Ага. Ага, требуется 7 уровень, да? Экзотический кипятильник. Это, конечно, все хорошо. Так, обмен на рыбу. Обмен на рыбу. Так, лавовый остров. А что это за предмет такой? Интересно. Улучшите зал света до 5 уровня. Эксклюзивный. Ужасное чудовище. Защитник. Окей. Предположим, я пока, ребята, не вкуриваю, что здесь и почем. Пока. Ну, обязательно разберемся. Так. У вождя всегда полно забот. Слава Одину, работать я люблю. Но что у нас тут? Стой, в зале совета собирается много слишком викингов. Такой гвал стоит, что невозможно пожаловаться на то, что творится в деревне. То есть ты пришел пожаловаться на то, что не можешь пожаловаться? Не переживай, я этим займусь. Так гораздо лучше. Зал совета был такой маленький, что мне приходилось выходить на улицу, чтобы принять какое-то либо решение. Угу. Надеюсь, все довольны просторным и внушительным залом совета. Так, на чем мы там остановились? Ах, да, нужно что-то делать с этими драконами.
Как я и говорил, у вождя всегда полно забот. Так, у нас с тобой рыбы уже перебор. Надо, знаешь что, надо кормить. Надо кормить наших маленьких дракончиков. И, естественно, повышать уровень. Естественно, ребят. Так, я могу его обучить. Необходимо улучшить академию, которая, я даже не знаю, где находится. Где академия? Так, подожди, нет, зачем мне поиск? Слушай, а я что, не могу его, ребята, обучить? Так, не надо мне давать другое имя ему. Так, Беззубик. Академию. Где академия? Какая академия? О чем мне говорят? Пока не знаю. Ладно, давай посмотрим, что тут у нас. Викинг, вы же со сморкалкой друзья? Ну, это зависит от того, что понимать под словом «друг». Отлично, я хочу, чтобы он подготовился к предстоящему весенью. И мне нужно много рыбы. От метания топора у него зверский аппетит, заранее спасибо. Весеннее не за горами. Сморкали нужно тренироваться. Семья Йогерсонов никогда не проигрывает. Йогерсоны, Йогерсоны вперед! Израсходуйте 300 единиц рыбы. Так это проще пареной репы. 300 единиц рыбы, что это для нас? Так, ребят, письмо какое-то. Так, на рынке Олуха новая акция. 24 часа. Как там лиственный нюхохват? Поиски увенчались успехом? Без понятия. Нюхохват какой-то. Где он? Так, смотри, у нас тут легендарные что-то есть. Ой. Ого. Огнеброн. Ты посмотри, какой здоровый. А, нужно открыть новый остров. Вот, вот здесь вот он находится. Так, а где мой-то остров? Мне бы на свой остров расширить. Ага, значит тут, ребята, ой, тут еще много чего будет интересного. Так, что у нас тут есть забрать? 400 древесины, подожди, древесины это все хорошо. Ой, смотри какой маленький. Лоба. Лоба, елки-палки. Так, погоди секундочку. Что я хотел сделать? Так, поиски, поиски. Опять меня, ребята, тут отвлекли чуть-чуть. Забрать. Давай заберем с собой древесину. События какие-то у нас. Я знаю, друзья мои, что в этой игре будут бои. И бои будут, как в черепашках ниндзя легенды. Точно такие же, стенка, ну, стенка на стенку. Пошаговые, разные кучи всяких драконов. Всякие боевки, прокачки и все тому подобное. Самое главное, что она переведена, и это уже довольно круто. Так, практика, путь к совершенству. Начать. Это мы сделаем с тобой. Ну что, ребята, мне надо отлучиться. И мы, наверное, с вами пока закончим, да, первую серию. Вот именно на этом, на начале, так сказать, нашего пути. Обязательно поплывем, точнее, полетим с тобой на новый остров. Будем искать яйца, новых драконов. Ну а с вами был Рей, всем удачи и до новых скорых видосиков.